Всем привет! Вы хотите узнать самый топовый фильм на этой кинонеделе? Что ж, не буду вас долго томить. Это «Дэдпул 2». Да, он к нам возвращается. Только на этот раз с более масштабной историей, новым главным злодеем, любовной линией и шуточками ниже пояса. Журналисты и зрители, побывавшие на пресс-релизе, вне себя от восторга. На их взгляд, второй фильм получился гораздо жестче и задорнее, чем первый. Ну что ж, пойдемте его смотреть. Ну, жги, одноглазый Вилли. Пуля у тебя шустрая. Итак, в этот раз Дэдпулу придется потесниться. В его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, который заставляет юмориста в красном трико задуматься о дружбе, семье и о том, кто такой настоящий супергерой. Попутно, конечно же, ему придется разобраться с десятками злодеев. Актриса Марго Робби вновь появится на широких экранах в роли коварной обольстительницы. У криминальной драмы кончено. Очень большой рейтинг ожиданий, 97 из 100. Но вот незадача. На англоязычном сайте Metacritic фильму поставили всего лишь 32 балла из 100. Поговаривают, фильм очень замудренный. Я стравлю их, словно голодных крыс в клетке, а вы будете за ними наблюдать. Бах! В центре истории роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых, на первый взгляд, ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, девушка преследует свою жестокую цель. Внимание! У фильма возрастное ограничение 18+. Но если вам больше по вкусу легкие американские комедии, то фильм «За бортом» вам точно придется по душе. Одну из главных ролей исполнила популярная актриса Ева Лонгория, которая совсем скоро, в свои 43 года, станет впервые мамой. Ну что ж, пожелаем Еве удачи и пусть фильму с ее участием тоже повезет. Будь умницей, притащи завтрак. Но ведь вы меня наняли чистить ковры. В центре внимания капризный плейбой-миллионер Леонардо. Его жизнь – сплошные вечеринки с моделями, которые обычно проходят прямо на его яхте. Однажды Лео оказывается за бортом судна. После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт страстно желает отомстить парню за хамство, уверяет его, что он ее муж и отец троих детей. Следующий фильм наверняка ждал весь футбольный мир, ведь он, как правило, разделен на два лагеря. Одни сторонники Роналду, другие за Месси. Как следствие, в преддверии чемпионата мира по футболу, который в этот раз проходит в России, на широкий экран выходит фильм «Роналду против Месси». В ленте эксперты сравнивают этих гигантов, точнее их талант, мастерство, результативность на поле. А преданные фанаты, коллеги и соперники участвуют в жаркой дискуссии. И все для того, чтобы определить, кто из них лучше. Лично я за... Хотя пусть это останется моим маленьким секретом. Так вот, хотите увидеть этот фильм и многие другие? Что ж, тогда участвуйте в розыгрыше билетов от CinemaPark, где IMAX по цене 3D. Для этого вам нужно зайти в группу «Утро» с вами ВКонтакте и под свежим выпуском рубрики «Время кино» написать три простых слова «Хочу в кино». Имя победителя станет известно 21 мая, и выберу не я, а генератор случайных чисел. Так что пусть победит самый счастливый. И на этом у меня все. Увидимся уже в следующий четверг. Самое главное, не скучайте. И всем бай-бай!